Один 80-летний старик пришел к врачу на медосмотр. Ну, врач у него и спрашивает. «Ну, как вы себя чувствуете?» «Лучше, чем когда-либо. У меня 18-летняя подруга, она беременна, и скоро родится ребенок. Ну, что скажете, доктор?» «Я лучше расскажу вам одну историю. Один охотник однажды взял на охоту незаряженное ружье. Идет он по лесу, и вдруг на него бросается огромный медведь. Мужик скинул ружье, и медведь замертво свалился у его ног. Но это же невозможно. Наверное, просто кто-нибудь другой выстрелил. Собственно, к этому я и пытаюсь подвести наш разговор». «Хорошо вам, мужикам. У вас даже критических дней нет». «А хочешь, я сделаю так, что и у тебя критических дней не будет». Мужик купил жене и любовнице путевки на один и тот же курорт. Жена приехала обратно, ну, море впечатлений, куча фотографий, показывает мужу. «Это Люба, мы с ней в одном номере жили. Это Света, мы с ней за одним столом сидели». Муж видит на фото любовницу. «А это кто?» «Ой, а это Ленка, шлюшка та еще, ни одной ночи в гостинице не провела и каждый день с новым мужиком». Через несколько дней встречается он с любовницей. Та же куча фотографий, те же впечатления, ну и доходят до фото жены. Муж спрашивает такой: «А это кто?» «А это Таня, очень хорошая женщина. Мы ее и в ресторан, и в горы, и на шашлыки приглашали. Она ни в какую. Как приехала с мужем, так все с мужем и мужем, ни на шаг от него». «Марк Соломонович, а почему вас женщины любят?» «Ну, потому что я умный». «Ну, а почему вы не женитесь? Софья Моисеевна, вы что, глухая?» Мужик женился на блондинке. Ну, и решили они как-то выехать на природу, на шашлычки, там отдохнуть. Приезжают, а там комаров тьма тьмущая. Ну, муж и говорит: «Дорогая, ты взяла что-нибудь от комаров?» «Да, взяла, вот, раптор». «Ты что, тупая? Эту хрень надо в розетку втыкать». «Сам ты тупой. Вот я и розетку взяла». Стоматолог говорит: «Не боись, Серега, все бывает в первый раз». «Извините, доктор, но я не Серега». «Да знаю я, знаю. Серега — это я». На приеме у психиатра. «Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную бугристую кожу. Бррр, действительно, очень страшно. Да вы погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал». Вот жила себе царевна-лягушка, не тужила. Так нет, явился Иван-царевич, и началось. Пироги пеки, ковры тки, перед гостями пляши, да еще и ублажай его по ночам. Называется, в сказку попало. Пишу смс подруге: «Еду к тебе в гости, чайку приготовишь?» Ее ответ убил: «Где тебе ее возьму? Давай лучше курицу приготовлю». «А я вчера с девушкой познакомился». «Да ты что? И как это было?» «Да просыпаюсь, а она рядом голенькая лежит». «Ну, думаю, лучшего шанса для знакомства не сыскать».